Вот сколько у тебя сейчас уже получается в месяц или в день какого-то там, не знаю, доход? Пассивный, ну, инвестором, да? Я начала работать, господи, в июне. Вот. Начала я, кстати, с нашего проекта, с «Форсажа». Ну, «Форсаж»-то у нас, конечно, не инвестиционный проект, но основную сумму, да, которую я инвестировала, я заработала именно в нем. Вот, спасибо, кстати, большое, огромное нашей команде, да, нашему клубу. Вообще, я даже не... У меня даже слов нету, просто, ну, очень у нас крутые ребята. Ребята крутые. В общем... В общем, сумму, которую я заработала, я не пошла там и не потратила на платье там, или еще куда-то, да, там, в кафешки, в рестораны. Я просто пошла и инвестировала, там, грубо говоря, да, вот начинала с Байтекса, там еще некоторые проекты. Вот, и на данный момент у меня пассив уже $55 в сутки. Вот, это сколько в месяц получается? Больше 1500, да, где-то? Да, больше 1500, да. Ну вот смотри. Плюс рефералка, которая у меня в Байтексе капает. Ну, не только рефералка, имею в виду эти все бонусы, матчинг-бонус, mm-hmm. бинарный бонус. Вот. У меня уже хорошая команда выстроилась. Ну, меня это не останавливает, у меня там большие деньги. Какая у тебя цель? Сколько ты хочешь в месяц? На ближайшее почти время надо. У меня цель, ну, не в месяц, я хочу в день $100, хотя бы вот $100, а там уже будет другая цель. Ну, отлично. А ты помнишь вот первую свою, как бы, сумму, на которую ты, ну, решила инвестировать? Вот какие эмоции, какие мысли у тебя были? Какие ты ощущения у тебя были, когда ты вот думала о том, там, потеряешь, не потеряешь? У тебя точно вот, ну, смотри, сейчас очень много людей... Вот смотри, mm-hmm. сейчас это видео будут смотреть очень много людей, которые, ну, вот реально они только начинают, и вот ты можешь им, как бы, поделиться тем опытом, который привел тебя к тому, что ты сейчас получаешь, ну, на пассиве получаешь, не зарабатываешь, а получаешь на пассиве больше $1600, это там, ну, сколько это там, ну, больше, там, 100 с чем-то тысяч, да, в месяц? Ну, да. То есть люди мечтают о такой зарплате, ну, они ходят и не столько не зарабатывают на работу каждый. Вот расскажи твое, вот если ты вспомнишь, какую первую сумму, какие мысли, страхи какие у тебя были. Да, я помню, конечно, это было в августе. Как ты себя убедила? 2019 года. Ну, я не буду говорить там, в какой проект я зашла. В общем, я зашла вообще в проект, который для меня было что-то вообще... Темный лес и потемки. В принципе, для меня интернет-бизнес, интернет-заработок — это было что-то новое, неизведанное. Я просто случайно в Телеграме увидела рекламу какого-то канала, зашла, увидела рекламу проекта, почитала про него, посмотрела видяшки, думаю, о, интересно, связано с криптовалютой. Думаю, ну, попробую. Сумма была на тот момент, да, вообще смешная. Ну, вот на данный момент она смешная, а на тот момент я думала, блин, вот сейчас отдам каким-то мошенникам. Ну, ладно, попробую. Ну, что-то около 1000 рублей. Ну, нормально, видишь. Да. Вот, но у меня не получалось. Я у девочки спрашивала, говорю, что мне вообще делать-то? Ну, вот я пришла, я первый раз, да? Она говорит, ну, делай, что и я делаю. Она вела свой канал, вот, развивала свой канал. Я тоже начала развивать свой канал. Вот, и с канала люди пошли. Начала общаться. Ну, спамила по личкам, да. Я заходила в разные чаты. Плохая девочка, да? Занималась спамом. Да, ну, я... Ну, новичок в этом деле. Копировала, да, как все. А что мне... что мне надо было делать? У меня не было там знакомств никаких. То есть я пришла, вот, чистый лист. Меня никто не привел. Я сама просто увидела, да, и зашла. Вообще, ну, то есть случайно, люди к тебе буквально сами за месяц. Не подходили, да, и не предлагали там зайти в команду, как многие говорят. Мы не умеем приглашать. Ты сама все сделала. Да, предлагали, да, предлагали после того, как я начала уже в этом всем вариться. Мне, конечно, предлагали. Я потому что в один чат зашла, в другой чат зашла, и такие же, как я, мне писали, не только как я.
Ну и, в общем, потихонечку знакомилась с людьми. Вот, с одним, с другим, с третьим. Я никогда людей не посылаю, да, только если, как говорится, совсем уж наглые какие-то лезут. Да, расскажи свой самый главный секрет. Успеха секрет? Своего. Да. Поделись общение секретом. С людьми. Вот. Это все. Кто сказал там? Никаких Баффет, секретов. Что нет проблем с деньгами, есть проблемы с общением, с коммуникацией. Если ты не общаешься с людьми, у тебя нет денег. Если ты попробовал пару раз и как бы, ну, там какие-то блоки у тебя вылезли, карма какая-то, и ты считаешь, что там у тебя что-то не получается, ты не идеальный, у тебя комплекс там самозванца, то бросать тут не надо, просто надо, ну, для чего мы, собственно, и это тоже, и для этого мы создавали нашу команду, наш клуб, что здесь могут люди такие же все, как и люди, приходят новички, им те уже наши старожилы, они просто могут и хотя бы там с ними пообщаться и успокоить, что ничто так не страшно, и даже такой же зум, как мы сегодня делаем, это тоже новичка может приободрить, какие-то вселить силы, и в другом бы случае, если бы он сам был или какой-то там другой команде, он бы просто уже бросил, сказал, там, в интернете заработать нельзя, у меня не получилось, я попробовал, все. А вот когда попадаешь в правильную команду, здесь поддержка именно и, вот, мне кажется, надо выстроить этот фундамент основной внутри. Для того, чтобы вот я сейчас все... хочу сказать, прости, давай. Олег, перебью давай. Как раз вот по это поводу команды. Если бы у меня была бы возможность, да, вот на тот момент, когда я пришла в августе того года, попасть в хорошую команду, да, ну, я же не знала ничего, я просто вообще говорю, я установила за месяц Телеграм для чего-то другого, я не помню, какие-то гивы там, не гивы, вот это Инстаграм, вот. И просто, говорю, случайно познакомилась вообще с криптовалютой, что такое вообще криптовалюта, что такое биткоин. Я как бы до этого даже и не знала. Вот. Если бы у меня была бы тогда вот такая команда, как у нас сейчас есть, я бы добилась результата уже намного раньше. Намного. А так я, ну, наверное, до декабря месяца как-то, ну, у меня особо не получалось. Но шишки набило. Переломный момент у меня был где-то через месяц после того, как я вот зашла вот в этот первый проект. Я месяц помучилась. Ну, канал начинать, это тоже тяжело, потому что его же надо тоже раскрутить, а как раз-таки в начале, когда людей мало, его сложнее всего раскручивать. Когда у тебя уже там большое количество подписчиков, тогда уже тоже легче, опять же. Вот. И вот это вот все на меня влияло, что я ничего не могу, у меня ничего не получается, я эту 1000 рублей там вложила, все, я ее потеряла, тут же там семья тоже, муж там, ну что ты там, ну что ты там, ну ты что там, что-то заработала, ты сидишь в этом интернете, в этом телефоне, ну что ты заработала, а ну, тут трое детей еще бегают, а мама в телефоне. В общем, я просыпалась с мыслью, блин, вот оно мне надо, я вот это сижу в телефоне, ничего не зарабатываю, да, и засыпала с этой мыслью. Но в то же время я всегда была на связи, я со всеми общалась, я писала людям, писала, общалась, кто-то там не отвечал, кто-то меня там посылал, вот. Но в конечном итоге я же имею результат, я просто... поняла, да, вот, грубо говоря, через месяц после того, как я в интернете начала работать, что хоть у меня не получается, но это все равно мое, вот меня тянет, мне интересно, да, там, криптовалюты, там, то, второе, третье, да, мне интересно общение с людьми, ну, вот мое это. Кому-то там, не знаю, интересно сидеть в офисе за компьютером, да, и считать циферки. Но мне это вообще не интересно. Какие-то мамочки сидят, вышивают дома, там, в декрете, да, там, шьют, не знаю. Пекут пироги. Что там еще они делают. Вот, но мне это не интересно. Ну вот. Я поняла, что просто к результату, к цели надо идти, как говорится, ломать все стереотипы,
И никогда не говорить тебе о том, что у тебя что-то не получится, что это не мое. Аня, смотри, как, ну, можно? Как часто тебе было страшно, как часто ты хотела бросить? Вот были у тебя такие разочарования? Ты как-то думала, да, нафиг это надо? Ну вот первое время было, да, но потом, я говорю, я просто себя настроила. В первую очередь я сама себя настроила. Я просто говорила: Ань, ну если ты сейчас бросишь, вот, ну сколько-то, месяц-два прошел, да, то это все вот то, что было пройдено до этого, да, это было, получается, зря и впустую. То есть там зря потраченные деньги, да, зря потраченное время, которое я могла, в принципе, там уделить семье, детям, да, каким-то другим делам. Mm-hmm. Вот, я думаю, что я совсем лох, что ли? Нет, я буду идти дальше. В смысле, я пришла в интернет деньги зарабатывать. Почему я должна вот так вот все бросить? И, ну ладно, ну где-то да, что-то я там потеряла, где-то мне не получилось. Ну, а как ребенок начинает, рождается, он что, сразу все умеет ходить, там, разговаривать? Все мы учимся. И любой новичок, который приходит в интернет, он не будет зарабатывать в первый же, там, не знаю, месяц, миллионы, да, там, да даже 1000 рублей. Многие, всему наоборот, надо учиться. Теряют все в первый месяц, если не попадает в нормальную команду. Так это, да, это, ну, неизбежно. Аня, ну да, смотри, какой бы ты вот сейчас совет себе той, которая только начинала, дала бы? Вот, может, что бы ты изменила в своих действиях вот сейчас уже с позиции твоего опыта? Как бы ты вот посмотрела на себя, ту начинающую, что бы ты посоветовала, как бы, что бы ты сделала по-другому, например, сейчас уже? Имея этот опыт. Что по-другому бы сделала? Ну, вот честно даже, Олег, я не могу сказать. На тот момент у меня не было альтернативы никакой. Нет, вот сейчас... Если бы у меня была... Вот, если бы, например, я начинала бы, познакомилась с тобой, да, такой крутой клуб, там, туда-сюда, сказала, да пошли вы нафиг, пойду я сама. Буду работать. То есть отказалась бы, да, от лучшего. А у меня, ну, на тот момент-то не было альтернативы. То есть я сама начинала, у меня не было ни одного знакомого человека, вот только та девочка, которая меня, ну, подписала там в этот проект, да. Все, у меня вообще никого не было. И я не могу сейчас сказать, что бы я сделала. Ну как, я же не могла бы, да, там, ну не знаю. Даже не знаю, ну что. Я пришла одна. У меня не было знакомств. То есть ты такой воин-одиночка, да? Ну да, получается так. Начала заходить в разные эти группы. Я сама вот эти группы искала, в которые, ну вот, получается, по вот этим всем проектам. Заходила туда, там, что-нибудь там спамила, кидала, в общем, ссылки на свой канал, там, ну вот такое вот, но... Меня не приглашали в какую-то хорошую команду, да. Плохую девочку не звали в хорошую команду. Меня везде только блочили, короче, погоняли, в черный список бросали и все такое. Вечная какая-то была заблоченная. Да, да. Но я не отчаялась, я шла дальше. Я общалась с людьми, я знакомилась и с мошенниками. Меня, кстати, много раз обманули на деньги, да, то есть там рекламу, не рекламу, какие-то, короче, вообще, блин, инвалиды мне постоянно какие-то писали, да. Двойников не делали твоих. Мошенников, да. То, блин, дети писали, мне там папа, мама плохой, там денег нету, помоги, пожалуйста. Один развел, и все, и поехала. Короче, да, они, наверное, у них есть там база людей, лохов, да, которых уже кинули. Они продают друг другу. Вот. Мне постояло тоже. Вот, еще было вот эти ставки. Что еще? Ну, тут через вот это все прошло. Ставки, схемы. Потеряла там, сям. Вот расскажи, потому что люди очень многие, я тоже когда начинал, вот все, вот всех, наверное, вот это, ну, кто в детстве смотрел или не смотрел фильм «Буратино», про, когда там один золотой посадил, и вырастает целое дерево. И вот я тоже на это, я честно признаюсь, я тоже в начале, когда начинал зарабатывать, я искал все вот эти схемы, как обмануть казино, как обмануть букмекеров, как там...
как-то там какие-то покупали какие-то схемы, которые там, естественно, ничего не давали, потому что, ну, букмекеры и казино, они сами эти схемы продают для того, чтобы наживаться на этом тоже. Вот расскажи, был у тебя какой-то интересный случай с тем, как ты там, например, там по какой-то секретному схеме потеряла деньги? Интересный случай, как я потеряла деньги. Ну, хотел это заработать. Конечно, да. При том, что, говорю, я с одним потеряла деньги. И тут же через два дня мне пишет другой. Вот, вас обманул, там, тот-то, тот-то, я могу вам помочь, короче, там, все вернуть. Хотя заплати денег, да? Да. И ты повелась, естественно. Да, представляешь, Лик, я повелась. Вот такая вот я была первое время, наивная. Да, все такие, думаешь. Меня тоже там обманывали, там, и все, и там вирус подкидывали, ссылки эти. Ну, через это проходим, да. Одна потеря, там, вторая потеря, третья потеря. И потом уже начинаешь думать, блин, ну капец, нет, надо, короче, валить отсюда, потому что ты, походу, скоро без штанов останешься, да. Но нет, нет. Надо просто основной секрет — все-таки я здесь. Вперед, да, и все, да. Оно как в жизни. В жизни тоже не бывает так, как там работаешь ты на работе или где. Там тоже, я думаю, своих хватает. Таких и начальство, и окружение тоже не очень там благоприятное, так сказать. И перспектив самое интересное, что там вообще нет. Здесь самое, ну, что мне понравилось в интернете, здесь нету никаких ограничений, нету никакого начальника. Ну, и я раньше любил спать там часов до двух дня вообще. Я там ночью работал, а спал днем. Мне это нравилось, мог просыпаться там и в два часа. Это мне понравилось, это поначалу захватило, привлекло. А дальше там уже как бы видишь, что тут реально... Ну, мне кажется, любой человек должен начать зарабатывать в интернете, хотя бы пробовать, хотя бы сделать какую-то там... Как анекдот про то, как там, кто там взывал, Богу говорил, как, ну, почему ты мне не даешь там миллион? Он говорит, ну, ты хотя бы там лотерейный билет купи там или что-нибудь сделай, хоть какое-то действие, как я тебе могу дать? Все зависит от наших действий. Если мы совершаем действия, там, участвуем в тех проектах, которые там, ну, такие, как бы, хотя бы есть возможность заработать хорошие деньги, тогда, ну, рано или поздно они придут, эти деньги, к нам. А если ничего не делать и ждать там на работе, сидеть пенсию, ну, пенсию, вы сами видите, все больше пенсионный возраст, как бы, никто не заинтересован в том, чтобы заплатить нам эту пенсию. Да, еще дожить до нее надо. Да. Вот, видишь. Это такой... точно, Олег. Ну, поэтому мы как бы создали клуб, потом мы не какие-то боги, мы не говорим, что мы тут финансовые такие гении. Мы обычные люди, которые прошли свой путь, набили себе шишки и делимся опытом. Мы не говорим, что у нас тут самые-самые там топовые проекты, которые там вообще вы будете зарабатывать там вообще. Мы участвуем в проектах, показываем свои результаты, если кому по пути, если кто-то с нами. Мы просто подставляем свое плечо, так сказать, делимся, даем те инструменты, те знания, тот опыт, который у нас есть. А дальше уже вы решаете, вы всегда принимаете сами лично решение там, инвестировать, участвовать в проектах. У нас есть несколько проектов, там, если людям нравится, под каждый темперамент, так сказать. Кто-то там любит общаться, у него куча друзей, как Аня, она там всем пишет в личку там, и вообще там без проблем общается, да. Она там, она и заработала, по-моему, там больше всех в «Форсаже» в том же, да, проект, который как бы там, предполагает активный заработок. И есть пассивные, которые, ну, есть люди, которые зашли, там кто-то там взял, вложил там тоже деньги, которые там вместо того, что они лежали у него там в банке где-то там или где-то, и уже практически отбил большую часть, еще и заработал хорошо. И еще мало того, что прокачал свои скиллы, там он начал команду строить, начал в соцсетях развиваться. Люди без этого вообще никак. Вот, друзья, те, кто смотрят, если хотите зарабатывать, основной скилл сейчас — это уметь раскручивать свои соцсети, свои аккаунты в соцсетях, становиться лидером мнений, о чем мы постоянно и вещаем на наших зумах, обучаем людей, делимся опытом, призываем создавать свои YouTube-каналы, другие, в других соцсетях. Есть у нас и обучающие курсы, видео. И плюс, опять же, на моем канале видео все как бы идут по лицензии Creative Commons. Берите, выкладывайте себе на канал, ставьте свои ссылки реферальные, получайте там, за это деньги зарабатывайте, даже если вы боитесь или не можете пока там писать свои видео. Все делается для того, чтобы вы начали зарабатывать.
начали идти по этой дороге, а дальше оно само собой приложится. Так, ребятки, ну, я думаю, наверное, да. Сегодня, может, уже, наверное, и хватит, а и так видео, наверное, такое большое получилось. Рассказали опыт, классно все получилось. Я думаю, те, кто, я не знаю, в какой соцсети вы будете смотреть, там будем стараться трансляцию эту делать в разных соцсетях и видео выкладывать в разных соцсетях. Если на Ютубе, если еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Ссылка на чаты наши рабочие, где там вся информация о клубе, есть обучение, есть все результаты. Можете заходить, подробно изучать, заходить, выбирать какие проекты и начинать зарабатывать вместе с нами. Если вам, естественно, нужно нужно зарабатывать в интернете, если вы ищете возможность. Или вам там по жизни нужно реально решать какие-то серьезные финансовые проблемы. Вам не хватает тех денег, которые вы получаете на работе, и вам хочется чего-то побольше. В разы побольше. Так что, друзья, спасибо всем, кто смотрел данное видео. Ставьте лайки, если понравилось. Пишите комментарии под видео. И заходите к нам в чаты, в нашу команду. И зарабатывать будем все вместе. Спасибо, Олег, большое за Zoom.